16 марта в Каспийске на базе школы номер 9 прошел семинар директоров формирования функциональной грамотности как условие повышения качества образования в рамках реализации федеральной государственной образовательной системы. В рамках года Расула Гамзатова началось мероприятие с творческих номеров воспитанников школы, исполнивших музыкальную постановку «Журавли», а ученица 9 класса рассказала чувственное стихотворение о матери. «Свой пандур отец возвещал. Только лишь коснулся струн пандура, возникают мамины шаги. Смерть отца, прощальный вечер хмурый, слабый голос. Мам, береги». С приветственным словом выступила заслуженный учитель Дагестана, почетный работник общего образования России Ирина Белалова. Она отметила, что тема семинара продиктована требованием времени больших возможностей. Для современных детей умение применять и использовать те знания, которые они получают в школе, очень важно. Функциональная грамотность – это способ использовать все свои знания и взгляды в жизни. Заявленная тема – это, ну, наверное, сейчас самая важное для нас, самое болезненное и самое дорогое, потому что мы живем в такое время, когда, которое вызвало нас на этот разговор, но предъявляет к нам высокие требования и дает очень большие возможности. Поэтому считаю, что вот этот разговор важен. Далее участники встречи приступили непосредственно к мастер-классам. Спикеры проводили обучающие программы о развитии метапредметных компетенциях при формировании функциональной грамотности, современных подходах к изучению литературы, а также формирование функциональной грамотности на уроках математики в начальных классах. А руководители образовательных учреждений выполняли задания на соответствующие тематики. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».